Перед началом введи промокод, указанный на экране, и получи много денег. Заранее спасибо. Короче, всем привет, и сегодня я покажу вам интересные места в Мадоу 2, и это уже вторая часть, поэтому ставь лайк. Начнем с логова бомжа в аэропорту. Едем вот сюда и поднимаемся. Тут есть несколько вот таких комнат, из которых настоящая только одна. Нам просто нужно прострелить дверь, и мы окажемся внутри, где нас встречает бутылочка с желтой жидкостью. Теперь нас спавни делаем вот так, и мы попадаем в этот дом. Но иногда может случиться и вот такое, поэтому будьте. Приехав вот сюда, мы увидим кучу домов. Покатайтесь и сможете найти крутые машины, например, такой гелик. Но я хз, почему нашел Камри рядом с больницей. Приехав вот сюда, можно увидеть могилы. Но почему у них нет надгробных камней? Если есть еще место, скидывайте их мне в Telegram по ссылке в описании. Всем пока!